Привет, друзья! Я в эфире. Зовут меня Ирина Маркелова-Агапова. И сейчас мы подождем людей. Так, привет, кто присоединился. Зовут меня Ирина Маркелова-Агапова. В бизнесе я с 2013 года. Сейчас подождем людей, и я вам расскажу, можно ли, когда вход в проект, например, 5 и 10 долларов, зарабатывать деньги. Если вы не можете себе позволить большой вход в проект, например, 100 долларов, 200, может быть, 50, нужно попробовать какой-нибудь проект, где вход 5 и 10 долларов. Вот бродила по интернету, вот искала выход. Искала выход и нашла его. И набрели мы на такой проект. Называется он Tilens. Работает он всего с июля месяца. Июль, август, сентябрь. 2 месяца. Я не знаю, хайп это или не хайп. Кто меня спрашивает, а вдруг я вложу деньги, потеряю. Но волков боятся в лес не ходить. У меня муж там уже неделю. Привет, Борис. Вот напиши, сколько ты получил. Можешь даже свои скрины выставить в эту трансляцию. Пусть люди посмотрят, и я еще покажу экран. Заплатил он 5 долларов, потом заплатил 10, и все. 3 дня ничего не делал. Спустя 3 дня приходит ему 10 долларов перелив. На следующий день приходит ему еще 10 долларов. Он их сразу выводит на Advance Cash, на карту. И пригласил он только меня. Ну, то есть от меня ему ничего не капнуло. Сейчас я вам покажу экран. Где взять эту ссылочку? Проект называется Tilens. Так, это моя трансляция. Вот, листаете закрепленную запись, пролистываете мою трансляцию. В личке я никому ссылки не даю. Вот, смотрите, доска объявлений, это моя группа. Я сделала здесь репост. Если вы нажмете на ссылочку, попадаете вы на регистрацию. Я считаю, что вход 5 и 10 долларов доступен абсолютно каждому. Здесь несколько языков, ну, в данном случае у нас русский язык, выбираете русский язык, выбираете зарегистрироваться. Я зарегистрировалась позавчера, получила свои уже первые 5 долларов, сейчас покажу вам. Вот мой кабинет, у меня уже 11 партнеров. Ну, как говорится, халявщиков везде хватает, партнеры первого уровня, у меня 11 человек, один из них проплатил 5 и 10 долларов. По маркетингу 5 пришла мне. Вот зарегистрированный у меня человек, который заплатил 10 долларов. 5 пришло мне, 10 ушло вышестоящим спонсорам. Также и Борис получал. Ему переливались деньги сверху. И сейчас я его найду. Кстати, здесь наш партнер из другого проекта, который за неделю получил 600 долларов. Обалдеть вообще. Внес тоже всего 5 и 10. Борис у нас получил уже 70 долларов, никого не приглашая. Но 3-4 дня у него ничего не было. А потом пошло, вот он, Брис Киндер Борис. Вот, 70 долларов он получил. Оплатить здесь можно такими кошельками. Pair, Perfect Money, Bitcoin и Advance Cash. Меня некоторые спрашивали, можно ли заплатить 10, чтобы были переливы, а 5 не платить. Дорогие товарищи, сначала оплачиваете 5, потом оплачиваете 10. Покупаете вот эту классическую площадку. Она стоит 5 долларов. Дальше покупаете за 10 вот эту площадку. И у вас образуется денежное дерево, которое закрывается. Еще один приятный сюрприз. При регистрации вам дается бонус 25 долларов. Вот, бонусный баланс. Как только вы пригласите 5 человек,
администрация вам даст сверху $25, которые вы можете сразу вывести. Вот, всего получено у меня $5, потому что я в проекте всего второй день. Ну, я посмотрела на Бориса, что у него деньги идут, и мне это понравилось. $70 получить на полном пассиве за 6 дней, почему бы и нет. Дальше. Так, Владислав, вы можете работать на земле и никуда не ходить. Я вас никуда не зову. Не нравится вам что-то, можете покинуть трансляцию. Я провожу это для тех, кому это интересно, кто хочет зарабатывать деньги. Сколько проект прослужит, я не знаю. Но пока, если здесь платят деньги, то зачем я буду отказываться от денег? Насобирали, например, здесь денег и перешли в более дорогостоящий проект. А если нет больших денег, значит 5 и $10, я считаю, что это каждому по карману, каждому под силу. Получаете свою реферальную ссылочку, нажимаете «Партнеры», здесь есть лендинг приглашения, также на нескольких языках. Кто не умеет приглашать, просто заходите. Наверняка, кто в интернет-бизнесе, у вас есть страница в Фейсбуке. Вот лендинг выбираете на русском, вот тут 5 языков. И просто берете, нажимаете F, и больше ничего делать не нужно. Ну, авторизуетесь, соответственно, нажимаете буковку. Также и в Одноклассниках. Так, надо выбрать русский язык. И делимся в Одноклассниках. Ага. Также входите и нажимаете опубликовать. Вот. Так, хоп. Все. Сняли мы несколько видео. Я сняла одно видео. Вот это уже 44 просмотра. Как здесь регистрироваться на свой YouTube канал выставил. Борис снял уже 3 видео. Когда ему пришла еще 20-ка, он снял еще видео. На моем канале, либо в моих видеозаписях вы можете посмотреть. Кстати, кто будет в нашей команде, вы можете просто брать наши видео, вот эти, скачивать их, заливать к себе на канал и ставить свою ссылку. То есть мы разрешаем только нашей команде пользоваться нашими видео. Еще есть у нас такая задумка. Вот те, кто у нас уже в команде, сейчас я открою ВК. Вот у меня человек оплатил. Мы хотим создать скайп-чат и обучать людей еще там. Так, где он тут, Сергей? Ой, столько пишут. Вот. Вот человек зарегистрировался, мы с ним пообщались, и приедет из командировки. Мы будем для таких оплаченных организовывать скайп-чат и обучать там. Дадим бесплатные материалы Елена Иванова, откуда можно приглашать людей. Людей мы приглашаем в основном из интернета. У меня есть методика «приглашай, не приглашая». Стоит она 1250 рублей. Но что мы можем дать бесплатно, мы даем бесплатно. Это рекламные площадки, это YouTube канал. И просто можно вот так вот из кабинета делиться. Лендинги здесь разные. Смотрите, хотите вот такой, хотите вот такой, хотите вот такой. Вот создала я у себя в чате такой блокнотик. И вот здесь вот такие лендинги. Например, переходишь по лендингу, и человеку открывается бесплатные лендинги. Открывается вот такой лендинг. Сейчас загрузится. Вот. Такой симпатичный. Хотите получать $200 и более в день? Узнай как. 90% зарегистрированных партнеров уже через 3-5 часов получают свои первые деньги. Больше информации. Вот здесь вас приглашает Ирина Агапова. Вот здесь мой скайп, мой телефон, моя почта и кнопочка «Зарегистрироваться». Также есть реферальные ссылочки. Что еще вам рассказать? Какие вопросы у вас к
Кто позже присоединился, где брать мою ссылку, сейчас покажу. Пролистываете закрепленную запись на моей странице. Вот, листаете, листаете, листаете. Пролистываете мою трансляцию, которую я сейчас веду. И видите доска объявлений. Доска объявлений. Переходите по этой ссылочке и попадаете на регистрацию. И регистрируетесь. Деньги можно вносить с Payeer кошелька. Денежные операции. Вот, пополнить баланс. Advance Cash. Payeer. Perfect Money и Bitcoin. Вот. Я думаю, Payeer у всех есть. Advance Cash. Я вообще карточку заказала еще 2 года назад. Я ею расплачиваюсь в магазинах. Приходит в долларах, не надо ничего менять, просто беру, расплачиваюсь в магазинах, там конвертация на кассе автоматом происходит. Так что будем работать. Здесь вы можете почитать на главной сайте об этом проекте. Здесь уже проводились вебинары. Чуть попозже мы, когда, может, через пару недель заработаем побольше узнаем и расскажем вам еще больше. Главное о компании, проекты, маркетинг здесь тоже можете посмотреть. Вот, читаете, что это такое. Ну, я так поняла, что это касса взаимопомощь, добровольное перечисление, и потом идут переливы. Здесь все читаете. Все, я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.